Ну сейчас будет серьезный экипаж. Подожди. А? Слышишь, быстрее мы нам туда подъехать надо. Закрой там дверь мне. Стартанули, ребята. Заглуши машину. Стартанули красиво. Заглуши машину. Сейчас мы с другого ракурса. По часовой вокруг вешек надо, Бодя. По часовой вокруг вешек. Что-то смотрели, смотрели. Едет круто все равно. Сейчас чуть подтянутся, ничего страшного. Пока не. Да, что-то сразу не пошло чуть-чуть. Так, там Титаник, я вижу, соревнования. Патрол против Паджеро Спорт. И дальше нам не видно. Или не Титаник, ну. Это Франц.
не удается пока залебедиться. Так, что-то как-то лебедка слабовато. Размотали дальше. Машина полностью, колеса в воздухе оба. Время еще есть, выехать бы с этой ямы. С лебедкой непонятка какая-то. Да. Кевлар лопнул. Что, все, Боди? Не, не все. Можно побороться. Рано я их списал. Нет, еще сейчас попробуют назад. Может оттянуться и ходом. Ходом еще есть шанс успеть закончить. Задняя медленная лебедка. А он висит, что там, помоги. С якорем профессионально работает. Все равно не хватает. Не, пошла. Не газуй! Скажи, чтоб не газовал, ё-моё, зачем? Влево роль! Ровно руль пусть поставит, ровно руль.
Да, к сожалению, не пошло чуть-чуть. Да, времени не хватило. Эвакуация, в общем, не пошло. Поборолись все равно красиво. Шли на других спецучастках. Бородач эвакуировать был. Серьезный аппарат. Да.